В эпоху карантина я тогда, признаюсь честно, начал подрабатывать охранником в ДК. И ночью ДК 60-х годов, стиль ампир, то есть там потрясающая акустика. Ну и, собственно, вот такая песня ночью, сидя там где-то на мягком диванчике, пришла мне в голову. К солнцу руки, небо стреляет жарой из базуки прямо по крышам домов и машинам, по головам, по рукам и по спинам. А на асфальте счастливые дети мелом рисуют мир на планете. Голуби атаковали фонтаны, самое время покинуть диваны. Это лето у нас не отнять, не отнять это лето. Выходи со мной потанцевать, раскачаем танцем планету. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Девочки в шортах, мальчики в кедах, кто-то пешком, а кто на велосипедах, мчатся навстречу этому лету. Благо до лета не надо билета, это бесплатно и это прекрасно, это местами даже опасно. Сделаем так, чтоб погасли экраны, самое время покинуть диваны. Это лето у нас не отнять, не отнять это лето. Выходи со мной потанцевать, раскачаем танцем планету. Ла-ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Выключи свет, выходи из квартиры, мы поезда в лето с тобой пассажиры. И где бы ты ни был, и где бы я ни был, куда бы ни бежал и куда бы ни плыл, забудь про тоску, про печаль и про горе. На суше ты или ты где-то на море, ведь только для счастья рожали нас мамы. Самое время покинуть диваны. Это лето у нас не отнять, не отнять это лето. Выходи со мной потанцевать, раскачаем танцем планету. Ла-ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай. С летом вас! Ну и я приглашаю вновь на эту сцену Юлию Руденко!